Как вам, русские горки? Крышу не сорвало? Это эпоха сборки всем кликушам назло. Всенародное дело, праздник детей больших, возвращение в тело певчей птицы души. Век изучив до корки, скажут потом про всех. Жили во время сборки, видели смену вех. Сверхзвуковые сушки ангелов веселят. Сборку придумал Пушкин и добавился в чат. Павшие и живые тьму перетрут до дыр. Русские рядовые ремонтируют мир. Вот крановщик в кабине с важностью тамады. Солнце на Сахалине достает из воды. Вот к озарению близкий, чуя с космосом связь. Физик в Новосибирске лепит молекул вязь. Веря уральской силе, дело вершить мастак. Слесарь в Нижнем Тагиле лечит уставший танк. Летом готовя сани по заветам отцов. Профессора в Казани учат летать птенцов. Видя пологий берег, песню спев о весне. Новый мост через терек строят люди в Чечне. К пострадавшим от града, будто к детям отец. Врач из Калининграда приезжает в Донецк. Божьей любуюсь славой, бесом внушая страх. Молится за державу соловецкий монах. Хлебороб на уборке, машинист в стреле. Вся Россия на сборке. В поле, в горах, в Кремле. Русские спят вначале. Гонят потом коней. Нас раздробить мечтали. Сделали лишь сильней. Снова Москва в эфире. И Георгиевский зал. Сотворение мира. Через русский портал.